Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем вязать вот такой узор. Называется он «Ажурные капли». Раппорт узора высоту 12 рядов. Для образца набираем количество петель кратное 6, плюс 5 петель для симметрии и 2 кромочные петли. Приступаем к вязанию. Первый ряд раппорта. Кромочную провязываем лицевой. Далее вяжем 5 изнаночных петель, это петли для симметрии. 1, 2, 3, 4, 5. И начинаем вязать раппорт по горизонтали. 1 лицевая петля, накид, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Вот мы связали раппорт по горизонтали из 6 петель. В каждом раппорте у нас будет добавляться по одной петли. Затем повторяем раппорт сначала. Лицевая петля, накид, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. Вот мы связали еще один раппорт и так будем вязать до конца ряда. Лицевая, накид, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая, накид, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. И кромочная, изнаночная. Вот мы связали первый ряд раппорта. Переворачиваем вязание. Второй ряд раппорта. Кромочную провязываем лицевой. Далее вяжем 5 петель для симметрии, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И начинаем вязать раппорт по горизонтали. 2 изнаночные петли. Накид вяжем изнаночной петлей и вторая изнаночная, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Вот мы связали раппорт по горизонтали, затем повторяем. 2 изнаночные петли, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночные петли, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. И остался последний раппорт. 2 изнаночные петли и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочную провязываем изнаночной. Вот мы связали второй ряд раппорта. Переворачиваем вязание и вяжем третий ряд. Кромочную провязываем лицевой. Далее вяжем 5 изнаночных петель для симметрии. 1, 2, 3, 4, 5. И начинаем вязать раппорт узора по горизонтали. 2 лицевые, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 2 лицевые петли, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И так будем вязать до конца третьего ряда. Четвертый ряд будем вязать так же, как и второй. Пятый ряд вяжем так же, как и третий. Шестой ряд раппорта. Кромочную провязываем лицевой. Далее вяжем 5 лицевых петель для симметрии. 1, 2, 3, 4, 5. И начинаем вязать раппорт по горизонтали. Первые 2 петли провязываем вместе изнаночной. Далее вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Вот мы связали раппорт узора по горизонтали. Затем повторяем. В этом ряду мы возвращаем то количество петель, которое у нас было при наборе. 2 вместе изнаночной. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе провязываем изнаночной. 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. И последний раппорт. Вяжем 2 вместе изнаночной петлей, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная, изнаночная. Вот мы связали шестой ряд раппорта. Переворачиваем. Седьмой ряд раппорта. Кромочную провязываем лицевой. Далее вяжем 2 изнаночные петли. 1, 2. И начинаем вязать раппорт узора.
1 лицевая петля, накид 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Вот мы связали раппорт по горизонтали. Затем повторяем. Это мы начали вязать уже второй ряд наших капелек. Они вяжутся в шахматном порядке. Вяжем лицевая петля, накид 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая петля, накид 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая петля, накид 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И в конце ряда у нас осталось 3 петли. Вяжем лицевую петлю, делаем накид и провязываем 2 изнаночные. 1, 2 и кромочная. Вяжем изнаночной. Вот мы связали 7 ряд раппорта. Переворачиваем вязание, вяжем 8 ряд. Кромочную провязываем лицевой. Далее вяжем 2 лицевые петли и начинаем вязать раппорт по горизонтали. 2 изнаночные петли, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночные петли, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночные петли, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночные петли, 5 лицевых. И в конце ряда вяжем 2 изнаночные петли и 2 лицевые. 1, 2 и кромочная изнаночная. Вот мы связали 8 ряд раппорта. Переворачиваем 9 ряд раппорта. Кромочную провязываем лицевой. Далее вяжем 2 изнаночные петли. 1, 2 и начинаем вязать раппорт по горизонтали. 2 лицевые, 1, 2, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. Вот мы связали раппорт по горизонтали, затем повторяем. 2 лицевые петли, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. 2 лицевые, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. 2 лицевые, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. И в конце ряда провязываем 2 лицевые петли и 2 изнаночные. Кромочную провязываем изнаночной. Вот мы связали 9 ряд раппорта. 10 ряд вяжем так же, как и 8 ряд, а 11 ряд вяжем так же, как и 9. Провязав 11 ряд, вяжем следующий 12 ряд. Кромочную провязываем лицевой. Далее вяжем 2 лицевые петли. 1, 2. И начинаем вязать раппорт по горизонтали. 2 петли с левой спицы вяжем вместе изнаночной петлей. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Вот мы связали раппорт по горизонтали. Затем повторяем. 2 петли с левой спицы провязываем вместе изнаночной петлей. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 петли вместе изнаночной. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе изнаночной петлей, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И в конце ряда провязываем 2 вместе изнаночной, 2 лицевые. 1, 2. Кромочную провязываем изнаночной. Вот мы связали 12 ряд раппорта. Провязав 12 ряд, мы связали весь раппорт узора. 13 ряд начинаем с первого. Вот такой узор, ажурные капельки у нас получились.